Российские спецслужбы обнародовали данные о числе наших граждан, которые состоят в рядах Исламского государства. Около 2500 человек вовлечены в деятельность этой экстремистской группировки. Об этом рассказал сегодня замглавы Федеральной службы безопасности Сергей Смирнов по итогам заседания антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте. К слову, для остальных стран-участниц организации проблема тоже более чем актуальна. По данным Смирнова, на ИГИЛ работают свыше 3000 жителей государств Центральной Азии. Задействованы они в подготовке и обслуживании или непосредственно воюют, он не уточнил. Ранее появлялись данные о том, что в боевых действиях на стороне террористов могут выступать от 500 до 1800 граждан Российской Федерации.